сегодня таяла. Сегодня я простояла у окна. Ум отрезвленней, грудь свободней, опять умиротворена. Не знаю почему, должно быть, устала попросту душа. И как-то не хотелось трогать мятежного карандаша. Так простояла я в тумане, далекое добру и злу, тихонько пальцем барабаня по чуть звенящему стеклу. Душой не лучше и не хуже, чем первый встречный, этот вот, чем перламутровые лужи, где расплескался небосвод, чем пролетающая птица и попросту бегущий пес. И даже нищая певица меня не трогала до слез. Забвенье, милое искусство, душой освоено уже. Какое-то большое чувство сегодня таяло в душе.